У меня, знаете, братья и сестры, как у проповедника, всегда есть переживание. И оно заключается в одном вопросе, который я сам себе задаю перед тем, как выйти на кафедру. Вот знаете, какой этот вопрос? Что говорить? Вот есть, например, братья, которые уже знают, что говорить. А у меня обычно бывает вопрос, не знаю, что сказать, вот что говорить. Ну вот брат, который передо мной проповедовал, он мне уже помог решить эту проблему. Он читал вам за человека Божьего, который ходил перед Богом и не стало его, его зовут Енох. И другого праведника он читал, Лота, который тоже ходил перед Богом. А, простите, да, Лота, простите, Ноя, да, да, Ноя. И написано, что он был человек праведный и благочестивый, и тоже ходил перед Богом, и все. И тоже он был спасен вместе со своим семейством. Вошу, войди в ковчег твой, ты и семейство твое, ибо тебя увидел я праведным. И у меня, знаете, вот читал брат, и вот мне вот одно выражение здесь так приглянулось. Это 6 глава, книга Бытия, 8 текст. Написано, даже 8 и 9. «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житье Ноя. Ной был человек, праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Вы знаете, братья и сестры, вот я хочу немножко порассуждать с вами всего над тремя словами. Три слова всего. Они так гласят. Ной был человек. Вроде так все просто сказано, да? Ной был человек. А раньше иногда даже коммунисты говорили, да лишь бы он был бы человек. Вы слышали такое, нет выражения? Мне один брат рассказывал, он в юности попал в собрание вместе со своей мамой на богослужение христиан и уверовал. Отец, говорит, у нас был коммунист. И он, когда узнал, что мы попали к баптистам, начали ходить на богослужение, он за голову брался и говорит, да вы что творите? Мне же сейчас по партийной линии так попадет за вас, что ой-ой-ой. И так и получилось. Узнали там его сотрудники, что жена пошла в веру вместе с сыном, его по партийной линии так начали его просто привлекать, там, звать, в общем, беседовать с ними. И он, говорит, приходил домой, и он такой подавленный был. А этот брат ему говорит, слушай, пап, ну, я понимаю, что ты меня любишь как сына, я у тебя один. Жену любишь. Да, мы стали верующими людьми, мы нашли Бога, но мне так жалко тебя. Так жалко тебя, ты не знаешь, ты между двумя огнями. И жену любит, и партию тоже любит. И что делать ему? И он говорит, ты знаешь, говорит, сыночек, я все перетерплю, лишь бы ты был человек. Вот такое выражение всегда было, даже коммунисты они говорили. Когда пресвитера Омской церкви освобождали из лагеря здесь, в Сибири, и верующие его встречали из колонии, вышел начальник колонии и сказал такую фразу. В этом лагере был только один человек. Братья и сестры, что, правда там был один только человек? А остальные кто были? А? Или начальник колонии что-то перепутал? Так там один был человек или все-таки там 1200 заключенных? Зона строгого режима, а? Но он сказал так, что здесь, говорит, только был один человек. А остальные кто? Кто остальные? Язык не поворачивается, да? Заключенные? А заключенные что, не люди, брат Павел? А? Или кто-то говорит, народу, говорит, много, а людей мало, да? Но так бывает, друзья, да? Вот сегодня народу очень много здесь, понимаете? Народу много. А людей, наверное, меньше. Мы, братья и сестры, мы Божье творение.
Понимаете, мы Божье творение. И мы иногда с вами, да, мы люди, но мы иногда поступаем с вами, не по-человечески поступаем. Вот беда. Мы читаем Иезекииля, 13 глава, там такое слово. Вот слушайте, написано. «Пророки твои, как лисицы на развалинах». Кто-кто? Пророки. Вы знаете, такой пророк, нет? Это человек Божий должен быть, который передает волю Божью. Он принимает на себя волю Божью и говорит людям, так говорит Бог. Это пророк. И представляете, и народ, и пророки, которые должны быть святые люди и праведные, как Ной, они как лисицы стали, лисицы. Ной был человек, а пророки стали как лисицы. Дети, вот когда вы слышите вот такое слово «лисицы», что это за зверек такой лисица, а? Вот лисы вообще, эти животные, о чем нам говорят, братья и сестры, а? Ну, лисы, да. Скажите, говорит, этой лисице. Кому это лисице? Ироду. Христос сам говорит, скажите этой лисице. Я, говорит, день творю чудеса и два, а на третий день закончу. Кого он лисицей обозвал? Царя Ирода. А он, если он правда как лис. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, в нас с вами иногда лисья проявляется или не проявляется? Ной был человек, а пророки твои, как лисицы на развалинах. Меня дочка говорит, пап, вот я общаюсь с одной сестрой молодой, и она говорит, ты знаешь, говорит, называет меня по имени, и говорит, я, говорит, с четырьмя братьями молодыми общаюсь. Как? Ну, сама есть, списываюсь там. А зачем ты сразу с четырьмя-то общаешься? Моя дочка ей вопрос задает. Она говорит, я их на привязи держу. Интересно, Ной был человек. А какие-то братья на привязи сидят. Скажите, друзья, это нормально или нет, а? Быть на привязи у кого-то. Если быть на привязи только у самого Иисуса Христа, как тот осленок привязанный, только вот так. Понимаете? И Бог хочет, чтобы мы были люди, чтобы мы были Божье творение. Создано, написано во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Ефесянам 2:10. А кто-то как лисы стали, хитрые такие, понимаете, кого-то держат на привязи. Есть такое слово, мы читаем Деяния апостолов, 9 глава, 1 стих. Написано за Савла. Савл же еще дышал угрозами на учеников Господа нашего Иисуса Христа. Вот представьте, такой оборот речи. Савл дышал чем? Угрозами. Что это такое, а? Человек, друзья, может дышать угрозами? Человек, он дышит воздухом, понимаете? Да, воздухом дышит, кислородом дышит. Бог так сотворил. А Савл дышал угрозами. Что-то за львиное такое дыхание, да? И мы иногда, братья и сестры, к сожалению, дорогие люди, творение Божье, мы иногда дышим, только не тем, чем надо дышим, угрозами. Мы иногда дышим недовольством, мы иногда дышим негодованием. Мне одна сестра прямо говорит, вот у меня брат, зла на нее не хватает, на эту сестру. Она прямо так переживает и сокрушается, что у нее зла не хватает. Боже мой! Ной был человек, а у кого-то зла не хватает, она переживает. Я говорю, да сестричка миленькая, зла у тебя хватает. Очень много у тебя этого зла. Ты вообще сама по себе злая душа. Хоть ты вроде и во Христе новой тварью стала, а сама по себе ты очень злая. Ну да, брат, очень злая.
дышал угрозами, понимаете, мы злимся, мы начинаем психовать на кого-то. Это что, человеческое, друзья? Или какое-то такое львиное это? Савл дышал угрозами, а Ной был человек праведный, благочестивый. Потом мы читаем такое слово, книга Иова написана. Это Иов говорит, что я стал друг шакалом и брат страусом. Вы читали такое место? Ну, такое написано, братья и сестры, написано. Книга Иова. Мы прочитали, Ной был человек, а Иов стал брат шакалом и друг страусом. О, приехали, да? О, как так? Что с тобой случилось? Непорочный человек. Ну как так? А вообще, друзья, шакалы и страусы, ну насколько мне стало известно, это очень одинокие животные. Страусы, как птицы, они одиноки, они всегда одиноки. И шакалы тоже всегда одиноки. Если волки, они могут стаями ходить, то шакалы, они всегда одиноки. Он это и есть шакал. А страус еще это такая птица, которой Бог не дал разума. 39 глава книги Иова, что этот страус, написан на песке, оставляет яйца свои и даже не знает, что полевой зверь может растоптать их. Не дал Бог ему смысла, не дал Бог ему разума. Понимаете, вот когда у нас, друзья, нет смысла, когда мы начинаем тупить, извините за выражение, да, понимаем, что мы глупо начинаем поступать, вот, это в нас страусинное. Мы, по-моему, уже стали как эти братьями страусу и другом шакалом стали. А Ной был человек. Ной был человек. Потом, братья и сестры, вот вы же любите Евангелие, да, я думаю? Народ Божий все-таки должны Писание любить. Вот Филиппийцам мы читаем, 2 глава. Написано, радуйтесь о Господе. Вот я смотрю, что-то вы, мне кажется, с радостью у вас вообще дефицит большой. Я же человек разумный, гомин сапиенс, понимаете? Вот я приехал, да, и я должен увидеть благодать Божью. Понимаете, эта благодать, она будет выражаться не в какой-то шаровой молнии, да? А она как будет? В радости, в плодах Духа Святого эта благодать. В молитвах, в сокрушении сердца, в третьей пяти перед Словом Божьим. Также это благодать. Ной обрел благодать у Бога, Ной стал человеком. И написано, радуйтесь о Господе. Скажите, братья и сестры, у вас получается радоваться всегда или нет, а, братья? Вот некоторые радуются вроде, не знаю, чему, правда. Чему? Но радуются, да. А некоторые как-то не радуются, им как-то так все, может, даже неинтересно. Какая-то духовная усталость просматривается, понимаете? Духовная усталость. Я понимаю, что утомляются юноши, и молодые люди падают. Так написано в пророке Исаия, а надеющие на Господа обновятся в силе. Мы можем уставать, но Бог должен нас вдохновлять. И мы должны, как верующие, мы должны радоваться. Мы должны радоваться, братья и сестры, или нет? Вы должны, да, радоваться? Всегда получается радоваться? А вот дальше написано, радуйтесь о Господе. А дальше написано, берегитесь псов. Это Писание говорит Филиппийцам, 2 глава. Радуйтесь о Господе, но при этом берегитесь псов. А если вы не будете беречься псов, то они вас лишат радости. Обрезание там, потом обрезание – это мы, служащие Богу, а про псов ничего, никакого толкования нет у апостола Павла. Скажите, братья и сестры, вот такой пример. Вот я радуюсь, иду по дороге, радуюсь, и раз – собака вылетает. Большая такая собака, породистая собака. Я буду дальше радоваться или нет? А? Она мне лишит радости, эта собака. То есть это все жизненно. Так вот, братья и сестры, каких мы собак-то должны беречься, скажите? А? Вот радуйтесь о Господе, но берегите псов, берегитесь обрезания. Вот, каких мы собак должны бояться?
Каких? Как мы сами, да? Вы знаете, братья и сестры, среди вас есть евреи, нет? Я не хочу просто евреи, это все-таки народ, люди из обетованного Божьего народа. Ну что, они виноваты, что ли, что они стали евреями? И им принадлежит обетование, усыновление и прочее, как написано в Писании. В вашей церкви есть евреи? А? Нету, да, евреев? Ну, как хорошо, что у вас нет евреев. Вообще кто-то говорит, ой, как хорошо, что евреи Христа не приняли, да хоть мы, язычники, его могли принять. А если евреи бы его приняли, Христа, то мы бы проехали бы мимо, понимаете, язычники. Пришел к своим, а своего не приняли, да и слава Богу, что не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Понимаете, братья и сестры, как говорит Писание, вы меня поймите, мы с вами, если не евреи, то мы, значит, все язычники. Какая разница? Я чукча, вы немцы, понимаете? Но мы все язычники. Вы все язычники? И мы как дикая маслина привиты, понимаете, как дикая маслина, по милости Божьей. И в глазах Бога, друзья, все язычники, они просто собаки. Женщина-хананьянка вышла, женщина-хананьянка, и у нее такое горе было, дочь ее, которая жестоко бесновалась. Куда идти с такой нуждой? Услышала о Христе, и она кричит: «Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Он не отвечает ей ни слова. Ученики говорят: «Да отпусти ты ее, что она идет, кричит за нами». «Нет, я послан только погибшим овцам дома Израилева. Нехорошо взять хлеб и бросить псам». Она, когда это услышала, она говорит: «Так, Господи, ну и псы же едят крохи, которые падают со стола господ своих». Другими словами: «Господи, да мне только крошечку. Вот мы с вами просто получили крошечку милости. Ну и слава Богу, понимаете? И стали тоже народом Божьим, людьми взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в свой чудный свет. Но это только благодаря крошке милости». Скажите, братья и сестры, мы с вами чем-то лучше этой женщины-хананьянки, нет? Вот если бы нас Христос собакой называл, как бы мы отреагировали с вами? А? Вот не знаю, мне кажется, некоторые бы обиделись, да, братья? Обиделись бы? А? Ну, вообще, вот такой вопрос, вы не думали никогда об этом? И мы думали: да, это хананьянка-собака, а мы нет. Какие мы собаки, да? Мы язычники, вы понимаете, язычники. И когда написано, что берегите псов, я так понимаю, что эта собака, она просто из нас может выглядывать. Она из нас может выглядывать. Из нашей греховной эгоистической природы. Мы вот такие люди. Мы должны это прекрасно понимать. И когда Бог говорит, что нехорошо ветвей бросить псам, это Бог хочет, чтобы эта женщина могла смириться. И она так смирилась, она говорит: так, она согласилась, Господи. И псы едят крохи. И он сказал: о, женщина! Ной был человек. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Сначала была собака, а потом кто стал? А потом стала женщина. Братья и сестры, я, например, вот я тоже пес. Просто я породистый еще пес. Породистый. Понимаете, у меня папа верующий был, у меня бабушка верующая была. То есть я породистый. А есть еще в наших собраниях просто бездомные. Они вот бездомные, прибились, нашли хорошего хозяина Иисуса Христа, стали дети Божьи. А в целом-то все равно мы с вами просто язычники, поймите. 21 глава, мы читаем, даже не глава, а 21 псалом. И вот там написано такое слово. Я просто, я думаю, вспомните вы. Когда псалмопевец Давид говорит такие слова, что множество тельцов обступили меня, тучные васанцы окружили меня. Дальше написано: ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги. Можно было бы пересчесть все кости мои, а они делают из меня зрелище. Это о ком написано, друзья?
Давайте будем честны. О ком? О нас, да? Это Голгофа, о которой мы сегодня слышали, где пронзили руки Христа и ноги Его пронзили. И вот эта толпа, которая распинала Его, Господь там людей вообще не видел. Там написано «Воссанские тучные», там «Тельцы», там множество псов окружило, написано, «и пронзили руки мои». Это мы с вами, понимаете? Вот это мы с вами. И Бог из нас хочет сделать человека. Когда же явилось человеколюбие и благодать Божья, Бог послал Сына. Мы иногда у нас проявляется что-то такое звериное в нас. Не зря же, вот сколько я вот покаяний видел, да, такие покаяния слышу. Вот один выходит и говорит: «Господи, прости меня». Весь в наколках. А потом говорит: «Барана тупорылого». Он прав или не прав? Или кто-то говорит: «Господи, прости меня, я как свинья, так вывозился опять, просто осквернился, как свинья». Бог принимает и такую молитву. Мы с вами все равно, хоть нас Бог и сделал нас помилованными, да, мы могли все-таки с вами перечесть кости. Знаете, что такое посчитать кости? Нужно было перечесть кости мои, а они делают из меня зрелищем. Кто из вас уже посчитал кости Иисуса Христа? И что такое вообще посчитать кости? Вот есть такое выражение, мы его по косточкам разберем, да? Пересчесть кости Иисусу Христу – это понять смысл Его страданий, друзья. Понимаете, чтобы Его так сильно полюбить, моего Бога, я должен уразуметь превосходящее разумение в любовь Божью, чтобы исполниться всей полнотой Божью. Пересчесть кости. Я хочу понять смысл этих страданий. Я не хочу грешить. Я хочу вести победную жизнь. А когда мы недопонимаем эти страдания, мы начинаем спотыкаться. Есть такое слово, друзья, с ними бывают поверные пословицы. По какой пословице? Вот когда читаем, Петр говорит, и неприятно читать, да, братья? По какой пословице? Ну, звучит очень жестко, но звучит. А выше там написано, те, которые избежали скверн мира через познание Господа, и опять написано, запутываются и побеждаются ими. Таких верующих, знаете, сколько много сегодня? Очень много. И побеждаются. И говорит, лучше бы ее не познать, чем познавши возвратиться. С ними бывает поверная пословица. Вымытая свинья идет валяться в грязи. И пес возвращается на свою блевотину. Вот так с нами бывает, друзья. И вроде мы хотим понять любовь Божью. Мы хотим вроде настолько полюбить Его. Но иногда где-то не бодрствуем и возвращаемся опять от преданной заповеди. Как будто, может, любили, всех любим, потом перестаем любить. Возвращаемся от преданной заповеди. Мы вот этот текст, один брат разбирал среди хантейского народа. Прочитал эту вторую послание Петру и говорит, давайте порассуждаем. И начинает читать о свинье. А они свинью ни разу вообще не видели. Вы хоть свиней-то видели, да? А ханты вообще не видели. Он говорит, вы когда-нибудь вообще видели, кто такой свинья? А, видели, говорит, на банке с тушенкой. Свинья на банке с тушенкой, видели. Вот, и этот брат, я не буду называть имя, он говорит, давайте вот просуждаем. Понимаете, вот эта свинья, вот Петр говорит, вот представьте, она очень грязное животное. Она по своей природе просто грязная. Она ушла от вас, она вывалилась в грязи, запачкала вся. Вы ее нашли, помыли, поодеколонили ее розовенькую, да? И потом она опять ушла. Опять ушла, опять вымазалась, опять вся запачкалась. Вы опять ее нашли, опять отмыли ее. Она опять ушла и опять вывалилась в грязи. Что делать? И один хан сидит и говорит, зарезать ее надо. Зарезать. Понимаете? А так мы, в общем-то, и делаем, да ведь? Вы знаете, я когда так это услышал, я, знаете, я понял, что надо сделать нам. Написано, почитайте себя мертвыми для греха, да? Римлянам 6 глава. Мы должны почитать себя. Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Когда у нас этого не хватает, мы не почитаем. Все, эта природа опять в нас поднимается. Опять мы начинаем с вами пачкать, грешим опять начинаем.
И все, из нас уже как будто не новое творение. Вот так в нашей жизни, братья и сестры, бывает. Бывает. Но Бог нас хочет видеть человеком. Понимаете, Божьим человеком. Ты же Божий человек. Убегай этого, одержись вот этого всего. И особенно вечная жизнь держись, которой ты призван. А по природе с вами действительно бываем, как собаки, понимаете, как свиньи бываем, пачкаемся иногда, возвращаемся в свою блевотину, теряем общение с Богом. И вот как где-то 9 прокаженных, о которых мы сегодня слышали, они возвратились. Куда они возвратились? Да не написано куда. Но я думаю, что можно предположить, где их найти, в стане прокаженных. Вот так мы можем возвращаться. Братья и сестры, мы язычники, и Бог нас настолько помиловал, понимаете? Он нас приобщил к себе. Мы должны этим дорожить. Вот интересно написано, Крит, был такой остров Крит. О нем написано послание к Титу. Павел говорит, Титу говорит, да, иди, говорит, заверши незаконченное, поставь по всем городам пресвитеров. Остров Крит, там было много городов, поставь пресвитеров. А кого, каких пресвитеров поставить? И вот выше он там ниже говорит, а их, говорит, один стихотворец сказал, что критяне, говорит, всегда лживы, написано «звери», утробы ленивые, да? Вот представьте, эти критяне, оказывается, вроде не помилованы. Он говорит, а о них стихотворец сказал, и говорит, справедливо, это верное его выражение, справедливо. В общем, звериное еще есть у них, видимо, да? Злые, говорит, звери. Братья и сестры, по природе вот мы такие все с вами, понимаете? Но Бог нам являет благодать свою. И вот как женщина-то, она подошла, Господи, да, и так, Господи, и псы едят крохи. Она обрела благодать Божию смирением своим и стала женщиной. А природе мы все с вами грешники, мы все с вами звери, понимаете? Простите меня, но то, но так и есть. Меня одна женщина недавно говорит, ты знаешь, говорит, Вениамин, вот я, говорит, раньше была в молодости, у меня фамилия была Петухова. Ну и что? Потом замуж вышла, стала Зайцевой. Потом, говорит, развелась с первым мужем, вышла за другого, стала Медведевой. И она говорит, что-то, говорит, постоянно что-то меня сопровождает. То петушиная, то медвежья, то Зайцева. А вы обратили внимание, друзья, какие фамилии сегодня у людей? Быковы, Орловы, Овечкины. Каких только нет. И все связано с кем? Животными, понимаете? Это о чем говорит, друзья? Вот такие мы негодные по природе, настолько мы негодные, понимаете? А Божья благодать нас годными хочет сделать, нас поднять, нас возвысить эта благодать хочет. Это удивительная благодать Божья. Наполнить любовью Своею, чтобы не дышать угрозами, чтобы не быть хитрыми, как эти лисицы. Нужно с вами, друзья, благодатью Божией наполняться, любовью Божией исполняться. И тогда оно все будет уходить из нас. Любовь Божья все вытеснит, потому что она совокупность совершенства, как апостол Павел говорит. А без любви Божией, без благодати, мы просто с вами вот такими будем злыми, негодными, неправедными будем, пусть даже можем быть членами церкви, такое может быть. Любовь Божья нам нужна. Скажите, вот, братья и сестры, вы не устали? Не сильно устали? Дети не устали сильно? Как вы думаете, вот скажите, богатый человек, за что он в ад попал? Луки 16 глава. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру, в весон, каждый день пиршествовал блистательно, и потом умер он и попал в ад. А за что он в ад-то попал? За что? Жадность? Да какой жадный он был. Он нормальный был мужик. Как он был жадный? Понимаете, он даже этого Лазаря, он его не гонял. Вот есть он, например, богатые люди. У вас, наверное, тоже здесь богатые люди есть, да? У них дома такие. Видно, что он богатый человек, такой преуспевательный. И вот если богатый человек и какой-нибудь нищий будет около его дома, ему это понравится, богатому человеку?
Скажут, ну-ка уберите его, что он тут. Около моего, уберите его, да, не надо мне здесь нищих, пусть на вокзалы все идут. Или еще куда-нибудь. А этот Лазарь, понимаете, он же был около него, он его не отгонял. Он постоянно жил, да, Лазарь, он был около богача. Он ежедневно питался крошками, которые падали со стола богача. Он же не жадный был, братья. И вообще, братья и сестры, поймите, пожалуйста, что это не притча. Кто-то говорит, это притча о богаче и Лазаре. Это история. Это очень серьезная история, которая завершилась страшным финалом для этого богатого человека. И эту историю Господь рассказал людям, которые показывали себя праведными перед людьми, а Бог знал сердца их в контексте, которые были серебролюбивы, которые смеялись над ним. Понимаете, вот такие люди есть. Это фарисеи, которые имеют вид благочестия, а силы их отрекшиеся. Вот им бы эту Бог историю рассказал. И вот богатый человек, друзья, как вы думаете, он был верующий вообще или неверующий? А? Братья и сестры, он верующий был или неверующий? Верующий. Он был чадо Авраама, представьте. Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе. Ты вспомни. Авраам меня не узнает, язычника, и тебя тоже не узнает. И Израиль тебя не признает своим, пророк Исаия говорит. А вот его-то точно узнает. И Авраам признает, и Израиль его узнает. А меня не узнает, а его признает. И представьте, он умер, и оркестр играл в небесах край родной, и песни пели, и говорили до скорой встречи ему, примерно я так думаю, потому что они все прекрасно понимали, что умер такой хороший человек, боговерующий. И никто даже подумать не смог, что он попал в ад. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел Авраама и Лазаря. Братья и сестры, за что он попал в ад? Нам надо понять, чтобы нам тоже не попасть туда, будучи верующими людьми. Что, брат, говоришь? Да. Ну, получил же доброе свое. Ну, так он получал, значит, доброе. А Лазарь-то вообще злое получал. Братья и сестры, поймите, что это прообраз сегодняшнего христианина, которому надо плакать и каяться. Ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп и наг. Скажите, мы вошли в этот период с вами, братья и сестры, или нет? Или мы говорим, это другие верующие, они вот ладикийцы. А мы не, мы не ладикийцы, мы народ Божий. Мы люди, взятые его дел. Мы можем попасть под это влияние, понимаете? Мы можем говорить, что у нас все хорошо, у нас все замечательно. А в глазах Бога мы нищие, наги и слепы. Понимаете? И закрыли глаза, и забыли об очищении прежних грехов. И вот этот человек, он был богат. Он одевался в весон, одевался и в порфиру. Я знаю, что вы, братья и сестры, я в том числе, мы тоже с вами одеты и в порфиру, и в весон. И мы с вами все, и я в том числе, мы богатые очень люди. Вы богатые или не богатые? А? Ну, поем. Ныне мы богаты в нем. Богаты в нем? А мы пиршествуем блистательно с вами или не пиршествуем? Я вчера был на конференции в Новосибирске. Мы там пиршествовали с братьями блистательно. Пиршествовали, брат Марк, там вчера, да? Блистательно. У нас такие конференции, у нас такие молодежные общения проходят. Это все настолько мы блистательно, с таким блеском с вами пиршествуем духовно, очень. У нас курсы различные в братстве, у нас семинары, мы просто пиршествуем. Это прообраз верующего человека, поймите. Это прообраз. И за что он попал? А, да, он пиршествовал блистательно. Он был одет и в весон, и порфиру. Мы тоже с вами цари и священники. Мы тоже в эту одежду одеты. Все одеты. Но он не имел чувствований Христовых.
Он не имел сострадания. И написано, кто не любит Бога, маран афа, да будет отлучен до пришествия Господня. Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Должны быть эти чувствования. Все. А без любви Божьей – это маран афа. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь Божья. Если мы хотим, друзья, чтобы вот это меньше в нас проявлялось все такое нечеловеческое, я уже не буду повторять, может, кому-то даже неудобно это слушать. Мы должны наполняться Духом Святым. Дух Святой изливается в наши сердца нашим, любовь Божия, Духом Святым, да? Божья любовь. И вот когда Божья любовь, я люблю Бога, я люблю ближнего, тогда мне не хочется хитрить, мне тогда не хочется злиться. Вы согласны со мной, братья и сестры, или нет? А когда эта Божья любовь, она не наполняется в нас, когда ее нету, то проявляется все в нас такое звериное, то, что Бога огорчает от нашей греховной, языческой природы. А Ной был человек. Почему? Потому что он обретал благодать у Бога. И благодать открылась во мне обильно. Как, Павел говорит Тимофею, как благодать открывается? Он обрел благодать, стал человеком. Благодать обилась, открылась во мне обильно с верою и любовью. Все, благодать открылась. Он приобрел сначала благодать через смирение, а потом стал человеком и праведным, и благочестивым. Слава нашему Богу! И поэтому, братья и сестры, чтобы нам быть таким человеком Божьим, угодным Ему, нужно обретать благодать. А чтобы обретать благодать, нужно смириться под крепкую руку Божью, и вознесет Бог в свое время. А со смирением, братья и сестры, как у вас, нас вопрос, смиряться трудно или нет? А? Вот вы, сестричка, такая разговорчивая, вам трудно смиряться бывает или нет? А? Трудно смиряться, братья? Мне очень трудно, вообще так трудно. Я понимаю, что смирение – это такая пища твердая, которая свойственна совершенным. Умом понимаю, а иногда, знаете, как трудно смириться? Трудно смириться, да? И вот поэтому мы иногда благодати лишаемся. И в нас проявляется все вот это греховное, из нас лезет. Благодать нам нужна Божья. Нужно смиряться. Очень трудно бывает смириться. И покориться Богу очень трудно бывает. Я 2 года назад похоронил одного человека. Его зовут Володя. Ему не было еще 50 лет. Я знал его с 90-х годов, этого Володю. Он когда-то жил в Киргизии и там покаялся. Попал на собрание верующих, и Бог его коснулся, он покаялся. Приехал к нам в Ноябрьск, на север. И он приехал, начал в собрание ходить. Я вижу, он такой живой был. Он говорит, представьте, меня Бог нашел в Киргизии, в Бишкеке. Я покаялся. Походил немножко в собрание, потом пропал. А почему он пропал? Устроился в «Газпром», его взяли на хорошую должность, в охрану. Он когда-то служил где-то в спецназе, таких людей берут при оружии, «Газпром», зарплата огромная. И пропал с собрания. И пропал, больше 25 лет его не было. Мама верующая, я слышу, что он там уже какой-то начальник в охране «Газпроме», уже такой богатый, у него уже где-то в Москве квартира, еще там квартира, на берегу Черного моря уже квартира. А мама за него плачет и молится. Иногда он мне приветы передавал от Володи. И вот 2 года назад она говорит, представьте, у Володи обнаружили онкологию, рак. Вениамин, ты не мог бы с ним побеседовать? Конечно. В общем, я пошел к нему, он говорит, да, говорит, был вот, лежал в больнице, анализы были, злокачественная опухоль. Я говорю, слушай, Вова, так надо тебе уже к Богу туда идти, раз у тебя злокачественная опухоль, к Богу надо идти. Да я сильный, я встану. Ну, давай, вставай. Я поправлюсь, я поборю эту болезнь. Я тебе отвечаю, мне говорит, понимаешь? Ну, хорошо. Проходит где-то 3 месяца, опять его посещаю, смотрю, уже худеть начал, уже плохо. Я говорю, Вов, может, пора тебе до Бога идти? Он мне говорит, ты знаешь, говорит, вот ту жизнь 90-х годов, когда я покаялся, я вспоминаю, как самые лучшие времена.
Я вспоминаю, как меня Бог простил, как мне было хорошо. А потом вот возвратился так, и все, от преданной заповеди. Возвратился. Я, говорит, вспоминаю, но не переживай, я каяться не буду, потому что я встану. Я вот такие препараты хорошие приобрел. Я точно встану. Ты не переживай, Вениамин. Я говорю, да я не переживаю за твою болезнь. Я переживаю за твою душу, Вова. Потом, знаете, друзья, проходит еще месяца два-три, и Вова уже слег. Он слег. Я посещаю его, говорю, Вов, я пришел, чтобы ты покаялся. Я встану, и все. Ну, давай, вставай. Проходит еще неделька, слышу, он уже ничего не ест, не пьет. В воскресенье, говорю, братья и сестры, мама его плачет, со слезами приехала, плачет. Господи, я понимаю, что я сына потеряю, но все равно все мы умрем. Но, Господи, покаяния нет ему, когда-то он каялся в 90-е годы. Он был дитё Божье когда-то, покаяния нету. В церкви так мы поплакали, искренне помолились. Я верю, что много может усилить молитва праведного. Вечером я прихожу к нему, в воскресенье прихожу, говорю, Вов, ты знаешь, для чего я пришел? Для чего? Помолиться с тобой. Он говорит, в следующий раз. Скелетик лежит, понимаете уже, из этого вот такого спецназовца бывшего, скелетик просто. Братья и сестры, я 8 дней ходил к нему, каждый вечер. И он мне каждый вечер говорит, в следующий раз. В следующий раз. Когда? Ну, в следующий раз. Хорошо, я завтра приду. Понедельник пришел, во вторник, в среду. Он уже ничего не пьет, уже ничего не ест. В четверг. Он уже просто скелет лежит. В пятницу, в субботу я пришел к нему вечером. Смотрю, Вов, ты знаешь, для чего пришел? Для чего? Помолиться с тобой. Давай в следующий раз. В воскресенье уже мы опять в церкви молились. Я вечером прихожу, а мы в пятницу похоронили одну сестру. И мы, когда ее забирали в морге, ее внук со мной был, говорит, ой, дайте посмотреть, а вдруг это не бабушка? Что-то, говорит, на бабушку-то не похоже. А работница морга мне говорит, нет, мы не могли ее перепутать ни с кем, вашу бабушку. Здесь, говорит, больше никого нет, одна бабушка была. И говорит, она так, ах, жалко, что работы нету. Не переживайте, вот все сидят без работы, все ходят злые в морге. Работы нет, понимаете? На тарифе, говорит, когда там есть покойники, хоть работа есть, понимаете, они все радуются, значит, ходят. Тут работы нету, не переживайте, вон все злые ходят. Это 2 дня уже одна бабушка, больше покойников нету. Переживает сильно, понимаете? Никто не несет деньги, не несут, плана нету. Я прихожу в пятницу, говорю, Вова, я сегодня в морге был, мы забрали сестру похоронить. Ты знаешь, как тебя там ждут? Ты не знаешь, как тебя там ждут? Ну, даже не тебя ждут, а твоих родных с кошельком, чтобы он потолще был. Ждут там все. Прямо предвкушают. И объяснил ему, я пришел помолиться. Давай в следующий раз. В субботу опять, братья и сестры, в воскресенье. Уже мы молились, в воскресенье я прихожу. Вов, ты знаешь, для чего я пришел? Знаю. Будешь молиться? Буду. Подними меня. Я его просто поднял, он просто вот на косточку встал, он уже лежит, все, скелет. 49 лет, скелет, умирающий скелет. Просто встал на локоть и вижу, слезы потекли из его глаз. Искренне потекли слезы, заплакал. И он начал говорить Богу такими словами. Добрый вечер, Господи. Добрый вечер, Господи. Я прихожу к Тебе уже нездоровым. Господи, если можешь, прости меня. Я умираю, Господи, прости меня. Начал плакать. Я его обнял, эту костлявого этого человека, помолился за него. В понедельник опять прихожу. Только прихожу, он меня увидел, такой, знаешь, обрадовался и говорит, помолиться пришел. Я говорю, да, помолиться. Ой, говорит, я так тебя ждал помолиться. Человек жизнь получил. Понимаете, человек обрел благодать у Бога. Человек все-таки смирился уже на грани уже перехода. Уже в таком возрасте смирился, уже умирающий, уже все, смердящее тело смирился.
обрел благодать у Бога. Я говорю, молись. Я опять его поднял, он встал на локоточек и говорит, приветствую, Господи. Вчера он говорил, добрый вечер, Господи, а сегодня приветствую, Господи. Уже что-то христианское стало про это. Поблагодарить начал Бога за спасение. Он прожил еще несколько дней. И примиренный с Богом, понимаете, смиренный перед Богом, обревший благодать, как человек, ушел в вечный обитель ко Христу. Друзья, я удивляюсь, насколько человек бывает такой упорный. Бог его зовет, Бог его обличает, чтобы он покаялся, чтобы он смирился. Он, да, в следующий раз, да все так живут, да все так поступают. Какие-то оправдания ищет, а Бог ждет. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И, братья и сестры, заканчивая наше собрание, уже время подходит к этому, к завершению. Я бы хотел вместе с вами помолиться Богу. И, может, в нашем собрании есть душа, которая сегодня бы хотела покаяться перед Богом. Кого Господь касается? Кого Бог тревожит? Бог начинает волновать твое сердце. Ты где-то понимаешь, что не так поступаешь, не так живешь. Или потеряли это общение с Богом, Богоприсутствие, как брат уже сегодня говорил. В жизни Ноя было Богоприсутствие, и Еноха тоже было. А если в твоей нет, то значит какая-то причина. Эта причина удаляется только через покаяние. И заканчивая наше собрание, если есть такая душа, которая хотела бы помолиться Богу, покаяться перед Богом, вы скажите, дайте знать, и мы вместе с вами помолимся Иисусу. Чтобы приобрести благодать, нужно перед Богом смириться. И не надо на следующий раз откладывать, не надо. Вот я сегодня тебе предложил жизнь и смерть, богословие. Вот сегодня, завтра у Бога может не быть. Если Бог сегодня тревожит кого-то, касается, то вы можете встать о себе и сказать, и мы Богу с вами помолимся. Есть такая душа, кто хотел помолиться бы? Вы хотите помолиться? Пройдите сюда, помолимся. Давайте, братья и сестры, мы встанем. И кто желает, можете помолиться. Покаяться перед Богом. Это нужно, это необходимо, чтобы обрести эту благодать божественную.